Дикие танцы в исполнении победительницы Евровидения Русланы, а также выступление участников конкурса этого года. Евровидение 2017 стартует 9 мая, но латвийский фан-клуб Евровидения первым открыл сезон промо-концертов, во время которых участники могут представить свои песни еще до большого конкурса. С конкурсантами пообщалась Галина Сладовник. Песня «Grab the Moment» или «Лови момент» о том, что нужно быть смелым и выйти из зоны комфорта, рассказывают участники Евровидения 2017 от Норвегии Иоаким и Александр. С открытым лицом выступает только солист, все остальные в масках. Так людям легче представить самих себя в этой песне, говорят музыканты. Песня должна мотивировать людей, использовать все шансы, которые дает жизнь. Потому она и называется «Лови момент». Надо идти за своими мечтами. Представительница Чехии Мартина Барта поет о том, что надо заботиться о ближних. Ее песня о человечности. У этой песни глубокий смысл, она для всех людей. Неважно, кто ты, но ты должен быть готов помочь всем, кто рядом и нуждается в поддержке. Я думаю, сейчас этого не хватает. Выступит на Евровидении в Киеве и Руслана, но не как участница, а как особый гость. В 2004 году она победила в этом конкурсе с песней «Дикие танцы». Все украинцы ждут Евровидения. Важно чувствовать, что Европа с нами, и что мы – Европа. Для нас это больше, чем праздник музыки. Это значит, что мы вместе. Среди фаворитов Русланы – песни от Азербайджана, Португалии, Италии. Но, по словам певицы, хороших исполнителей много. Мне нравится песня из Австралии, нравится певец, хороший тембр голоса. Также мне нравится Португалия, парень очень симпатичный, и он хорошо презентует себя на сцене. Я прослушал песни нашего полуфинала и могу сказать, мы волнуемся за финал, хотим всех победить в финале, и значит, всех надо победить в полуфинале. Много хороших песен, но у нас есть вера в нашу песню, так что пойдем на сцену и проведем хорошо время. На рижской препарте также выступили представительница Польши Кася Мос, группа «Нави Банд» из Беларуси и «Триана Парк» из Латвии, а также участники Евровидения прошлого года «Юстс». Евровидение пройдет в Киеве, полуфиналы 9 и 11 мая, финал 13 мая. Галина Солодовник, Дайнис Лациф, Олаф Першевец, Латвийское телевидение.